Привет! С вами команда Car Today, и сегодня у нас с вами на обзоре три различных ведра от разных брендов. Все они практически похожи между собой, они все 10-литровые, но есть некоторые отличия, давайте о них поговорим. Первое ведро, о котором мы поговорим, одно из самых красивых ведер. Это ведро от Fun Fishing. У нее вот такой красивый принт по всем сторонам. Вот такой карп. Вот так красиво написано бренд. В общем, сделано на стиле. Ведро самое обычное, оно ставится друг на друга, если вы возьмете несколько 10-литровых ведер, можете ставить друг на друга, например, если подходите и кормите с подом, можно поставить три ведра, верхнюю крышку открываете и кормите. И это ведро закончилось, ставите предыдущее ведро и из него кормите бойлами и так далее. Можно готовить и жидкие всякие смеси, и бойлы заливать, ведро отлично моется. И симпатично. Единственное отличие, которое у нее есть, в отличие от других ведер, это пластиковая ручка. Но она такая же прочная, как и железная. В общем, к ней никаких претензий не было. Второе ведро от именитого производителя компании Fox выполнено в трендовом принте расцветки камуфляж с фирменным оранжевым логотипом. Ведро также... Оно прямоугольной формы. Все ведра ставятся друг на друга. Объем 10 литров. Отличие... Железная ручка вот с такой удобной пластиковой вставкой. То есть вы можете нести, оно еще у вас как бы будет покачиваться. Очень удобно. Третье ведро это от компании Garner. Они решили сделать принт вот такой вот камуфляжно-листочной раскраски, чтобы ведро ваше, наверное, вообще карп не видел из воды. Также 10-литровые все ведра, как и прежние, ставятся друг на друга. Ручка такая же точно, как и у ведра Fox. Поэтому здесь уже выбирайте самостоятельно, какое ведро вам больше нравится по дизайну, по раскраскам и так далее. Как мы видим, функционально все ведра между собой похожи. Выбирайте себе по вкусу то, что вам нравится, исходя из раскраски ведра. Но есть единственный момент между круглыми ведрами и прямоугольными. Прямоугольные ведра можно ставить в машину, и вы не будете терять полезное пространство. Можете поставить три ведра так, сверху еще три ведра. Место будет забито полностью. В случае же с круглыми ведрами, вокруг него все время образуются пустоты, и мы теряем полезное пространство. Мы в своей команде часто используем ведра различных объемов. 10 литров, 17 литров. Абсолютно разные. Все это зависит от того, какие цели и задачи мы преследуем. Мы всегда готовим дома резанку, сподмиксы. Все это уже у нас рассортировано по ведрам и подписано. Когда мы приезжаем на водоем, мы берем нужное нам ведро. Там написано «Стартовый закорм». И мы весь его отправляем в водоем. Очень удобно. Берите это на заметку. Все товары, которые представлены у нас на обзоре, можно купить в магазине carpshop.ru. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте нам комментарии. Всем пока!